Понимаете, немножечко заказать покушать себе, немножечко на ночь, вообще чуть-чуть точку. Я не ем, да. Ладно, Лена, все едят. Доброе утро. Хотела еще тут вам сказать спасибо огромное за ваши слова. Вы не понимаете, как... Я такая думаю, сейчас только что-нибудь будет опять гадости писать. Они писали только слова поддержки и столько любви. Спасибо вам огромное. 1000 раз спасибо за то, что вы такие, как вы есть. Я точно уверена, что хороших людей намного больше, чем плохих. И на 150 000 хороших комментариев один комментарий такой себе. Ну, а тот, кто считает меня какой-то другой, просто отпишитесь, пожалуйста, от меня. Ну, что вы на меня подписаны? Живите своей жизнью. Займитесь своими детьми, своими мужиками. Им реально нужна ваша поддержка. Чего вы ко мне А те, кто там комменты пишет, все никак написаться не может. Вы бы лучшее образование получили, как минимум первое, или книжку прочитали умную, как бизнес построить, и не у мужика деньги брать, а самим зарабатывать. И, возможно, бы тогда я под ваши страницы писала. Это Анна Седокова, и я приглашаю вас провести этот праздник, День Святого Валентина или День Влюбленных, вместе со мной и любимым телеканалом Муз-ТВ. Я приглашаю вас 14 февраля в Кремль на концерт своих самых-самых-самых любимых артистов, которые, между прочим, я еще и проведу. Я очень вас буду ждать и очень волноваться, потому что это будет мое первое выступление в новом статусе немножечко. Мы готовимся, и сейчас вы увидите в моей инсте, что мы будем делать. Приходите, поддержите друг друга, поддержите нас, и, конечно же, любите друг друга сильно-сильно. И я вас жду 14 февраля в Кремле. Смотрите, какая весна в Москве. Видели ее? Прям вообще крутая. А мы сейчас с вами заходим на примерку. Девочкам, здрасте. К девочкам, наверное, что-то приготовили на 14 февраля на Муз-ТВ. Привет! Я вас снимаю. Нет, куда вы ушли? Ну почему вы ушли? Видите, ушли уже, а я зашла. Привет! Нет, я вас показываю, какая красота здесь. Это девочки, видите? Девочки мне сразу шоколадочки предложили. Так, ну давай, я уже как раз сижу, жду, когда ты зайдешь в кадр. Сейчас должна опять убежать. Я снимаю сейчас.